Дальше, чем дальше, тем сложнее, тем дороже. Поэтому первый раунд вам втянуться, дальше уже будет сложнее. Дальше включается музыка, у вас есть время на обсуждение. Пишите ответ у себя там бланк, потом сдаёт. Говорите. Ребята, кто пишет, подписывайте название своей команды наверху. И как команда звали, тихо будет. Ну давай давай свою логику. Какую? Значит, у футболистов 20. Если мы засчитываем Пуццоли, у тренеров 25. Если мы не засчитываем, у них 19,5. Сами разбирайтесь.